Всем привет. Я тут недавно распинался на тему того, что для мартиры кабина Инферно в принципе нафиг-то и не нужна. Гораздо лучше Холодос, либо Мертвец, да либо даже Гарпия на худой конец. Мартиру на Холодосе мы с вами уже неоднократно в боях обкатывали. А вот мартиру на Холодосе из Джеки я, по крайней мере, сейчас хочу открыть для себя впервые. Добро пожаловать на борт. Я поехал в бой. 2311. Просто вот так вот с одного тыка, да, в скоплении деталей, но тем не менее, 2311. Хорошо же. Правда, в следующем 1500, в принципе, если так взять среднее арифметическое, то выйдет... Сколько там? Но все равно, кстати, хорошо выйдет. Еще два косаря и 4, блин. Вот оно, Джеки пошло, смотри, Джеки и Холодос. Да это же жесть. 1485. Что не выстрел, то кратер, блин. 1883, причем это в обилие крупных деталей сейчас было. Да писос. Правда, нам это, судя по всему, особо не поможет. 1136 в одну крупную деталь в кабину. Клава, блин, вообще из кайдзю попасть не может. Совсем дожили. Давайте уже добейте его. Ладно, я сам. Так и быть. Тихо, тихо, тихо. Что за рободрик тут пришел? Сюда идея. Привет. 1706, просто у него башню снесло нафиг тут же. Не-не-не, все, пока. Ой, а ты тоже пытаешься уйти, да? Так, погоди. Погоди. Сейчас я к тебе приду, сейчас. Сейчас, мой хороший. Как ты меня заколебал. О, 2300. Так, давай еще одну пушку ему отобью и просто уйду нафиг. Пускай оно катается голое и без пушки грустное. Да блин, не отбил. Тихо. Там роботы того уже, в принципе, зафигачили, пока я тут пытался отбить пушку Ники, так что ладно. А у меня остался последний снаряд. Алик, хочешь его забрать себе? На, бесплатно. Пойду утоплюсь. Я снова вооруженный писец, как опасен. Давай нападем вот на эту хрен. 1500 там, по-моему, да, затык был? Not bad, not bad. Ай, пробивная способность сейчас сделала мне каку. О, нормуль. Блин, такой дэмэдж просто охренеть какой. Такой охренеть какой. Вот именно такой, какой охренеть, представляешь? А-а-а, Джейми. Солнышко, ой, и снаряд перепрыгнул. Бывает. 1772-190. Блин, я-то еще из этих цифр. На, 1136 в кабину желтым. Такой жесткий просто дэмэдж-дилер. Вот оно, просто сразу разница, кстати, с этой... Если сравнивать с донатной кабиной Инферно, да? И этот Холодос. И Холодос, по-моему, тоже донатная, но... Ай-я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 й. Сейчас я к тебе приду, сейчас, солнышко. Но, блин, что то донат, что это донат? По сути, если он донат, я, честно, уже не помню, откуда холодильник берется... Но какая нафиг разница сразу колоссальная? Вы писали в комментариях, возьми, возьми, потести, потести. Вот очень не хотелось, на самом деле, тогда взял, потестил. И когда в конце предыдущего ролика говорил, ну, в принципе, ладно, там неплохо, можно и да, я думал, будет хуже. А сейчас я взял руки в Холодос и понимаю, что да какой ты, о чем, вообще, забудь, забей. Успел ему напоследок плюху выписать. Забудь, забей, в смысле на это, Инферно, забудь, забей. 1648 реп и первое место. Ценник при этом у них практически один и тот же, разница в 100 монет на момент записи видео, в 150, холодильник 1573, Инферно 1400 с чем-то там. Другой вопрос, что Холодос это 22 единицы энергии, а Инферно 23. То есть придется еще догружать генератор. Особенно если захочется на машину повесить там какой-нибудь там циклоп, или может быть даже Джеки, то геник придется тыкать уже как минимум легендарный. Но можно, в принципе, циклоп поменять на маховик, и тогда генератор можно будет сделать попроще. Эх, прям за их спинами снаряд шлепнулся, а ведь все шансы сейчас были. Так, ладно, что называется, не льсти себе, подойди ближе. И так я, пожалуй, сделаю. Первый пошел. Николас радостно тыку подрезал. Николас, тебе обернусь, как бы не судьба, да? Тебе нормально, я так понимаю, да, пирожок? Давай, ладно. Будешь у нас сегодня дежурным тыквособирателем. Мэдисон. Мэдисон. Ой, привет. А ты тут чё?
1477 в жбан. Иисус. Чё, промазал, да? Бывает. Оп. Задавить меня хотел. Я смотрю, ты день ног-то не пропускал, да? Молодец, молодец. Это, походу, единственный день, который ты не пропускал. Тихо. Баба Лиза, прекрати. Ой, какая штука, смотри. Приехал тарахтит, слышь? Эй, иди сюда. Ты вообще, ты драться или тарахтеть приехал? Ты чё там, я не понял. Судя по всему, драться, судя по моему ХП. Вот зараза, оттормозился. А я тебя спрячусь, прикинь. Так, его отвлекли немножко. Ай! Ой, а здесь-то какие красивые еще идут. А ты что, без пушку же, да? А, ну молодец, ладно. Короче, у него что-то пошло не так очень сильно. А, блин, не успел тыкву забрать. Пипец, тут мясо. Всего одну секунду случилось. Еще-то главное, как красиво я попадал в предыдущие катки и как вообще не идет в этой. Молодой человек, держите. Это вам. How do you do? Парень такой, что это было? Не делай так. Никогда больше. Следующий. Ой, ты опять здесь? Привет. 740. Особо я им, кстати, даже ничего и не сбил. Просто жесть. Просто ходишь и испаряешь врагов. Блин, если попадаешь, конечно. А не вот так вот. Да, баба Эмма? Смотри, баба Эмма, что есть. На. Да, Лиза! Пойдем к ней поближе, а то это мобра со скорпионами замучает. Блин! Вообще никакого попадания по кабине. И сейчас, возможно, будет фейл. А-а-а! Во что я упал? Ладно, сейчас будет суисайд. Нет, суисайда не было. Подставляем мортиру. Хе-хе-хе, он все по мортире попадает. Ну давай. Блин, все, ладно, утек. Так, погоди, надо забэкспейситься. А, фу, не успел чуть-чуть, ну ладно. 1687, второе место. На одно очко больше, чем бот вражеской команды, который занял у них топ. Хорошее начало. Я пришел. Бам! И все. И сразу первый труп. А, потуши свой щит, пожалуйста, спасибо. Ты же мой хороший, 1658. Так. Вот более интересная цель. Иди сюда. Как дела, красавчик? Клава, свали! Так, ладно, живем. Клава! Балаклава! Ну, он тыку, конечно, успел забрать, но, блин, это того стоило. А, домкрат у меня отломали. Ай! Спасибо. Так, следующая моя цель — это какой-то небесный пикатель с самонаводяшками. Пойдем его поищем. А, вот он. Вот он. Погоди, отмена. Тут еще одна интересная цель, в которой я попасть вплотную не могу. Молодец? Конечно, молодец. Он посмотрел, короче, что я по нему не попадаю. Да ёб ты, хватит так останавливаться. И решил со мной вообще не связываться. Думает, ну ладно. От этого парня опасности никакой не будет. Ауч. Да зараза. Прикольный мобильный пушкарь. Да почему вас все время двое? Так, иди сюда, вертолет, иди, заколебал. На, нахрен. Надо было сразу так сделать и все просто. Можно я тоже? Ай, ладно. И так сойдет. Кто там сзади? Якоб. Фу, на тебя, Якоб. Есть одна маленькая... Ай, да кто там сзади опять? Маленькая проблемка, которая заключается в том, что... У меня, походу, скоро снаряд закончится с такими приключениями. Хорош, у него просто нога отпала.
Батяра с реликтовыми пулеметами. Так, это тебе? Да ладно! Пробивная способность, опять же. Снаряд сквозь детали на вылет прошел. «1647. Хорошо. Только надо маркерой закрыться, а то сейчас сдохну. Опять этот вертолет прилетел, кстати. Ай! Кстати, сплэшем его на 748 задел. Хотя там, скорее всего, суммарный сплэш был на два крафта сразу. Ах ты ж, пентиум, на нахрен! Ты куда-то собрался? Нет! Никуда ты не собрался. Так. У меня последний снаряд, кстати. Бернт, забери мою тыковку. Вот, хорошо. Хочется прям стрелять почаще, но на этот случай, опять же, либо кабину другую, либо надо мортиру переапывать. Я, правда, сейчас вообще с пресека, но на моем аккаунте, естественно, тоже есть мортира, но она тоже с апом на скорость полета, на пробивную способность, на всю эту петрушку. И, возможно, во мне говорит привычка играть с мортирой и мертвецом, и маховиком, но скорострельности прям безумно не хватает. И этот эксперимент я все равно потом обязательно поставлю. То есть мертвец, маховик, либо циклоп для полного счастья, причем мортиру мы еще апнем на скорость перезарядки, вкорячим туда джеки, ну и естественно от мертвеца у нас будет еще ускоренная перезарядка для одного орудия. Чисто в теории получится что-то кайфовое. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.